Антуан Арно довольно известный мужчина в своей стране. Его знают как сына известного миллиардера из Франции. Когда-то этот мужчина увидел нашу русскую красавицу. Девушка очень популярна не только в России, но и во всем мире. Она прославилась своей карьерой модели, актрисы, а также ее считают одной из самых добрых и искренних людей в мире. В своей жизни она не раз помогала людям и занималась благотворительностью. Зовут ее Наталья Водянова. Антуан влюбился в Наталью, но не мог позволить себе разрушить сразу две семьи. Дело в том, что в 2008 году, когда бизнесмен первый раз почувствовал симпатию к девушке, Наталья была еще замужем. У нее на тот момент было уже трое детей. Кстати, сам бизнесмен также был в довольно серьезных отношениях с французской актрисой. В 2011 году Антуан понял, что судьба ему предоставила шанс. Из прессы он узнал, что Наталья подала на развод. Перед тем, как активно начать ухаживать, он решил сначала разобраться со своими отношениями и разойтись с Элен де Фужероль. Что касается Элен, то она также очень привлекательная девушка, но, тем не менее, которая выросла в небогатой семье. Она всегда мечтала выбраться в люди и стать актрисой. Она принимала участие в фильмах, но приглашали ее только на второстепенные роли. Однажды ей повезло, ее пригласили на главную роль, где коллегой по площадке стал сам Леонардо Ди Каприо. Фильм назывался «Пляж». Благодаря хорошим рейтингам женщина стала популярной и востребованной актрисой в мире. Далее у Элен были еще значимые роли. На сегодняшний день она является одной из самых красивых и востребованных актрис в мире кино. Долгое время девушка была верной женой для Эрика Юбера, который был не менее известным продюсером. В этом браке у них родилась дочь. После этого Элен познакомилась с Антуаном, который является сыном одного из самых богатых и влиятельных бизнесменов Франции Бернарда Арно. Их отношения длились 3 года, но последний разорвал их из-за Натальи Водяновой. На сегодняшний день Водянова и Арно вместе уже 9 лет. Их семья стала больше, так как Наталья родила ему еще 2 детей. Но вот официально они зарегистрировали отношения только в этом году. Если вы досмотрели наше видео до конца, не забывайте ставить лайк и подписываться на наш канал. Также мы ждем от вас комментариев, что вы думаете по поводу всей этой ситуации и ее героях.